Ни одно крупное событие не обходится без помощи волонтеров. Сотни, а иногда и тысячи добровольцев помогают организовать различные мероприятия и проводить благотворительные акции. В Мирном уже несколько лет проводится конкурс добровольцев. Кто победил в этом году, узнала Елизавета Кочетова. Они спасают бездомных животных, собирают средства на лечение детей, помогают тем, кто оказался в трудной ситуации. Они – волонтеры. Все свободное время добровольцы тратят с пользой для общества, не требуя ничего взамен. Волонтерство – это все, я этим горжусь. И неважно, даришь ли ты подарок ребенку из детского дома или помогаешь организовать какое-то крупномасштабное событие. Внутренняя потребность помочь кому-то или чему-то, и то ощущение, которое ты испытываешь после всего этого, вот что важно. В течение года администрация города вручает около трех десятков волонтерских книжек, как список добрых дел. Самые активные на волонтерство тратят около 200 часов в год. Они участвуют в уже существующих акциях, либо придумывают свои проекты и представляют их на конкурсе «Волонтер года». 30 работ прошли отбор, в финал вышли семеро. Победителем стал Никита Судомойкин. У меня был проект, направленный на социальную деятельность, «Зазеркалье» называется. Этот проект у меня реализуется с 2014 года и сроки его до 2018 года. Это театральная студия на базе нашей 8-й школы, где мы занимаемся с детьми с 5 по 10 класс, учим их правильно говорить, двигаться, сценическому мастерству, участвуем также в разного вида конкурсов. Здесь все как один говорят, что волонтер – это звучит гордо, и помогать ближнему обязан каждый. Елизавета Кочетова, Кристина Дорофеева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».